На конкурс дети читают стихи. Бурцев Максим, 9 лет. Бурцев Максим, с великим днем победы! В годах сороковых, теперь уж в прошлом веке, шла на земле война, страшнее нет на свете. На той войне сурово сражался и мой дед, связистом воевал в свои 25 лет. Медалью за отвагу был дед мой награжден. В бою под Сталинградом налаживал связь он. Кругом снаряды рвутся, бомбежка, миномет. А дед к земле прижавшись ползет, ползет, ползет. Но был того не дедом, а парень молодой. Как многие солдаты, он шел в смертельный бой. И было обеспечено им управление боем. С командованием связь только была бесперебойна. Мне хочется поздравить тех дней героев скромных с великим днем победы. Здоровья много-много. В честь вас гремят салюты, проводятся парады. Хочу я, чтоб подольше вы оставались с нами.